Самый быстрый игрок в регби пробегает 100 метров за 10,1 секунды. Это Трай Уильямс. В то же время рекорд в спринте на 100 метров все еще принадлежит Усейн Болту и составляет 9,63 секунды. Разница в рекордах меньше 1 секунды. Но игрок в регби бегает с мячом, пытаясь увернуться от противника, а спринтер валит по прямой дорожке. Обычно в успешной команде по регби нападающие могут бежать 100 метров примерно за 11 секунд, а результат победителя на чемпионате России в 2012 году на этой же дистанции — 10,44. Очень близкие результаты, не правда ли? Как вы думаете, кто будет быстрее, игрок регби или спринтер? Мы решили выяснить это, проведя захватывающую зарубу между профессиональными спортсменами. Уверен, вы ошибетесь в своих догадках, кто же был быстрее, регбист или спринтер. Мы частенько устраиваем зарубы с бегунами и представителями других спортивных дисциплин. Мы уже выясняли, кто быстрее, спринтер или марафонец, силач или многоборец, спринтер или хоккеист, лыжница или спринтерка, или даже бодибилдер или синхронистка, правда, с гири и по дну бассейна. Сегодня мы выясним, кто быстрее, игрок в регби или спринтер. Обычно регбисты не бегают 100-метровки на скорость в качестве теста. Дистанция в 40 метров для них более привычна. Для спринтера же дистанция начинается от 60 метров. Мы решили отмерить нечто среднее, а точнее взяли 50-метровую дистанцию, чтобы никому не было обидно. Парни, короче, тренируются сейчас. Тренировочные игры. По крайней мере, можно понять, чем они тут занимаются. Но самый прикол заключается в том, что потом будет заруба. То есть регбист будет уже уставший. Может быть, это и плохо? А может, и хорошо. Место проведения был выбран футбольный манеж ЦСКА, так как там в тот момент тренировалась команда ЦСКА по регби, нападающий которой согласился вписаться в зарубу со спринтером. Кстати, нападающий легионер из Южной Африки Коди Бассон. Пару слов о забегах, которых будет аж целых три штуки. Сначала мы ставим спринтера в неудобное положение, то есть погружаем его в комфортную среду для регбиста. Оба атлета будут проходить короткую полосу препятствий. Фактически это элементы, которые постоянно используются на регбийных тренировках. Потом шансы выравниваем во втором забеге, где атлеты побегут 50-метровый спринт, но с мячом в руках и бутсах на ногах. И третий забег — чистый спринт, где руки у всех будут свободные, спринтер будет в шиповках, но под ногами искусственное покрытие футбольного поля. Это футбольные. Они очень легкие. Да. Тепло. Думаешь? Да. Сейчас вот Василий придумал специальную историю, они притащили, как это что-то называется? В переводе с регбийского, это сосиса. Регбийного, это сосиса. Регбийского, это сосиса. Вася придумал специальное соревнование, которое полностью погрузит двух атлетов в регбийную действительность. И это не веселые старты, это реальный комплекс упражнений регбистов. Регбийцев. Как правильно говорить? Регбистов. Все, к концу съемки мы выучим, как называются эти спортсмены. Четко. Сейчас Василий Артемьев расскажет, как будет выглядеть первый забег. Ну, мы небольшую полосу такой препятствий регбийных сделали, небольшую гонку сейчас ребята друг против друга начнут. Тут будет немного именно регбийных каких-то элементов. Это будет захват, симуляция отработки в раке, ну и с несколько смен направлений движения. То есть бегать будем в костюмах, в черепашках так называемых, это костюмы для захватов, которые мы именно в практике, то есть на тренировках контактных, мы часто их используем, чтобы, в общем, не наносить друг другу лишний раз травм. Так. Начинаем с земли. По свистку мы встаем, бежим, делаем захват, бежим, меняем направление. Спасибо. Хорош, добегаем. Финишируем, ну вообще все. Короче, херня. Коди Энтони Бассон, 29 лет, южноафриканский регбист. С 2013 по 2020 год играл в нескольких регбийных клубах в Южной Африке. С 2020 года играет на позиции стягивающего, 8-й номер нападающей третьей линии команды ЦСКА. Игрок года первого дивизиона Карри Кап и лучший по попыткам первого дивизиона Карри Кап за 2019 год. Юсуф Алексей, 22 года, мастер спорта по легкой атлетике, победитель первенства России до 20 и 23 лет, бронзовый призер чемпионата России, спринтер, специализируется на дистанциях 60 и 100 метров, член сборной России по легкой атлетике. Вот это смотреть, это классно. Скажи, как он начал, стартанул нормально? Да, нормально.
Я думаю, что он также сейчас тебя будет оценивать, когда ты будешь гонять с мячом. Итак, первое испытание. Регбист будет как рыба в воде. Более того, как вы поняли, парни побегут в потешных костюмах, что еще более усложнит выполнение задачи. Интересно, в этом забеге посмотреть на спринтера Алексея Юсова. Он очень серьезный соперник, но сможет ли он технически все правильно исполнить? Понимаешь, да? Что сейчас будет трэш-могильный угар. Трэш-заруба. А будет мяснейшее мясо. Мясо! Блять, какое мясо? Кони! Старт из упора лежа сбивает дыхание у атлетов. На пути у Алексея Василия, которого надо сбить. Бам! Эффектно, но быстрее этот элемент выполнил Коди, и он первый на финише. Коди победил! Разница составила почти полсекунды. Спринтеры скажут, что это уйма времени, но нам так не показалось. Победил в этом забеге Коди. Что думаешь? Да, хорошая полоса, интересная очень. Но не для легкой атлетики. Но я думаю, что особой трудности не было. Если бы Вася держал сильнее, то я бы думал, что я не справился бы. Коди, how was it? It was good. It just good. Yeah, I enjoyed it. Thank you. Спринтерская дистанция сегодня выглядит следующим образом. От штрафной линии одной части поля до штрафной линии следующей части поля. Фишками мы разграничили для безопасности трек бегунов. Сейчас Василий отметит место, где будет финиш. Соответственно, первая заруба после того, как Алексей проиграл Коди в регбийной зарубе. Сейчас отбил палец, сломал руку. В общем, в следующий раз снимем ролик, извините. Все готово для второго забега. Важный момент. Мяч во время бега нужно держать особым образом. Не под мышкой, не у живота, а двумя руками перед собой. В регби вы всегда должны быть готовы отдать пас. Если вы будете бежать с мячом в одной руке, возможности отдать пас у вас будет гораздо меньше. Окей, гача. Алексей, понял, да? Да, он с одной рукой. Да, он с бородой, ты без. Все правильно. Посмотри, посмотри, как держит Коди. Guys, are you ready? Вы готовы? Посмотрите на этот шикарный старт. Две машины стартанули на полную мощь. Видно, что Алексею слегка непривычно бежать с дыней в обеих руках. Но Коди, посмотрите, что творит Коди. Он опять первый. Правда, с незначительным преимуществом. Лёх, чё, бег с мячом, как тебе? Огонь. Отнимает много времени, да? Много сил? Ну, по сравнению со спринтом, не дает раскрыться именно дальше с силовым показателем, который мы наращивали для бега. А так, в принципе, резонно, можно бежать. Это было тяжело. Тяжело было угнаться за ним. Let's try without ball. Let's try it. Да, это, конечно, удивительно, но насколько бодро Алексей преодолевал эту дистанцию с мячом перед собой? Для Коди это обычная ситуация, а вот спринт подразумевает достаточно серьезную работу рук. А в этом случае верхний плечевой пояс работал у спринтера не в штатном режиме. Во втором забеге победил снова Коди. Но на этот раз разрыв был несущественный. Но не спешите с выводами. Преимущество еще не очевидно. Да, как Вудс бегается? Да пиздец, неудобно. Надо сейчас надеть. Нормально? Свои пушечки. Пушечки. Какой фирмы? Найкосы. А, Найкосы. Да. Nike One Love. А, мы такие уже видели у Ирки. Они вообще ничего не весят. Да. За сколько он бежит 100 метров? Пусть это будет для тебя сюрпризом. Я думаю, мы должны ему сказать. No. Он бежит где-то за 12 секунд, может за 12 с половиной. 100. No. Финальный забег. Спринтер переобувается в шиповке. Коди перед стартом получает инструктаж о том, как эффективно бежать без мяча в руках. Чтобы, во-первых, чтобы у тебя стопа жестко стояла, не ходила амортизация. Rigid foot, when you это первое. Push it. У тебя стопа должна во время встречи с дорожкой проходить очень жестко. It's very rigid when it's meeting the ground. Лишняя амортизация – это лишние десятые секунды. Because you're losing tenth of seconds if you're still trying to. On it, yeah. Конечно, на первой половине пользоваться передней частью бедра, потому что use more of a lift in the first half of the race, yeah. Примерно до 20 метров. But first 20 meters you потому lift что more. Задняя поверхность бедра, она
больше участвует в дистанционном беге. Because your hamstring is more in the latter part of the distance is working more and more important. Так, все. Шикарно, четкий старт, видно, что атлеты бегут на все деньги. Спринтер пошел в отрыв, но еще в этой его стихии Коди не отстает. Финиш! Победил спринтер! Вы, скорее всего, ставили на спринтера, и в этом есть логика. Алексей Юсов – один из сильнейших спринтеров на данный момент в России. Несмотря на то, что Коди проиграл в последнем забеге, просто давайте вспомним, что перед зарубой у него была штатная тренировка, и он порядком подустал. Но проиграл в итоге Алексей всего 19 сотых секунды. Нам кажется, это впечатляющий результат. Как итог, спринтер быстрее, чем регбист. Но, черт возьми, в регби есть очень быстрые ребята. Побег он даже не трехчетвертной. Ага. Он нападающий, так у нас нападающие так бегают. А нападающие-то, ребят, такие тяжелые. Поэтому... То есть, подожди, Коди считается быстрым? Он быстрый, но, может быть, даже не самый быстрый в команде. Я говорю, ну, из тех, кто сейчас есть в расположении клуба, он самый быстрый. Кайф. Я так думаю. Ну, после меня, конечно. Да, да. Но ты сегодня был задействован в более серьезном... Я снимал. Ты, да, ты снимал. У меня другая работа была сегодня. Ты сегодня был блогер. Согласен. Ну, просто Коди любит сниматься в кино. Вы, наверное, фильмы вы видели, да. Поэтому... Аквамен? Да, да, да. Он под псевдонимом Джейсон Мамо обычно в Голливуде снимается. Да, да.